прости, но тут действительно в районе сейва недели сейчас мы увидели. Действия Василия. Именно его лицом Малкину. В отличие от болельщика Флэт. Задулок. Пас под бросок. Вишневский стреляет. Добивание. Спасает команду Гарипа. Отстегнул щиток. Голкипер от Барса. Ума. Замах. И шайба летит прямиком голкипера. Знаете, уже какие-то чудеса. Уже давно. Эске и ловушкой же вратарь эту шайбу останавливает. По большому счету сейчас Йокерит вышел играть на матч. Беспалов. Беспалов просто прекрасен. Теперь уже Брэндон Козу. Будет игра, будут и зрители. Будет результат, будут и аншлаги. Гарнер в очередной раз вручает свою команду. Очередной. Мы смотрим повтор. Что-то когда Усатов имел возможность отличиться. Снова Зайцев. Докостов, касание, бросок, добивание. Щитком добивает шайбу Светов. Зайцев бросает, попадает в Энквиста. Докоста, супер сейв сейчас от Светерга. Что-то невероятное, как он поднял свою ловушку. Это фантастика просто. Продолжается атака ЦСКА, Зайцев. Реабилитировался